Вот они, первые лучи солнца сегодняшнего дня. Красота необыкновенная. Приветствую вас, друзья и гости канала. Мы находимся в Черногории до сих пор. Сейчас у нас лютует декабрь, 20 число. Боремся с конденсатом. Таня, отдай мне тряпочку. Ага, спасибо. Сушимся. Это у нас техническая каюта здесь. Решил проветрить, убрать лишнюю влагу. Сегодня мы решили установить солнечные панели. Наконец-таки все подготовлено. Тент просушен. Сейчас посмотрим, как это все будет выглядеть. 4 солнечные панели по 165 ватт дают. Каждый вот сейчас при таком свете, это где-то у нас час дня, солнце практически в зените, вот там вот, эти панельки мне выдают по 5 ампер. Всего 4 панели дают 20 ампер зарядного тока. Как закрепить эти панели теперь на бимене? Сейчас я вам покажу, какое решение мы приняли. Кладем на стол и размечаем отверстие. Для чего это нужно? Это для того, чтобы нам пришить к этой панели замок, молнию, как вот наподобие вот этой, чтобы можно было в любой момент, если мне придется сворачивать бимени, я мог расстегнуть, вытащить эти панели и свернуть бимени. Пришлось установить дополнительную штангу, чтобы на нее упиралась солнечная панель. Солнечные панели. Закрепили ее пока временно вот такой вот лентой, стропой. Потом мы ее поменяем. Сейчас уберем, отстегнем спрей-худ. Вот так вот. Оп. Все. Отводим грот, ослабляем этот фал. Красный ослабь, Тань. Вот это? Да. И оттягиваем его на себя. Ой, блин, одной рукой неудобно так.
Все. Прошел. Ага. Давай, клади, пусть держу. Подстраховываю. Первую панель. Они у тебя все одинаковые? Ну нет, сейчас найдем. Какой куда? Первая, да? Мне кажется, что кармана не надо. Не надо? Оно не будет так мотаться, потому что оно плотно прижато. Давай кидай туда. Ну, я кину, да? Ага. А чтобы узнать, оставайтесь с нами до окончания рекламы. Мы немножко впоследствии эксплуатации модернизировали стяжку, которую мы стягивали бегунки на солнечных панелях. Я сделал вот такую палочку длинненькую. И вот, да, и с помощью нее мы вот таким вот образом крючочком поддеваем этот бегунок. Вот видите, оп. И тянем спокойно. Все. Он здесь. Также с другим. Иди сюда. Хотя. Ну, мы будем еще работать, кстати. Вот, не хватало изоленты. И сейчас продолжаем. Подключаем коннекторы. Одной рукой неудобно. Загорелся индикатор, что работают солнечные панели. Так как батарея у меня заряжена, у меня сейчас ток потребления 0,5 ампер. Для интереса подключил вот эти батареи, которые у меня резервные. Я их собираюсь менять, они немножко старенькие, хотя в принципе вроде в рабочем состоянии, но мне что-то они не нравится. Сейчас я их подключил для того, чтобы увидеть, какая нагрузка. Итак, у меня вырабатывает 8 с копейками ампер на зарядку этих аккумуляторов. 13,2 вольта. Вот сейчас они, сейчас идет подзарядка усилена, ну сколько можно на этом солнце, выдает где-то 80 вольт, 107 ватт. Неплохо при таком солнышке.
MPPT Solar Charge Controller у меня рассчитан на 12 вольт 800 ватт. Наши панели имеют мощность общую 660 ватт, и мы можем использовать еще что-нибудь такое на 140 ватт, какую-нибудь маленькую панельку солнечную воткнуть. Если, конечно, это нам понадобится, и мы найдем место, где ее сможем разместить.